Давайте продолжим делать ППШ. Так, начнем теперь с этой детали. Вот эту вот деталь возьмем, будем ее делать с куба. Так, жмем append, жмем куб, добавляем. Прозрачность уменьшаем. Жмем Z, убираем вот этот круг. И теперь вот, вот эту вот будем делать часть. Зайдем в геометрии, поработаем немножко сайзом. Поработаем немножко мов. Вот так вот. Сайз чуть-чуть можно прибавить. Так, и что теперь будем делать? Немножко его еще сплюснем. Вот так. Так, теперь выровняем, отгоним как нам надо, вот так вот побольше поставим, выровняем эту часть, вот эту, чтобы потом не резать. И теперь немножко резкой займемся. Так, и теперь вот можно чуть-чуть, вот эту часть можно обрезать и подставить сюда цилиндр. Давайте так и сделаем, чтобы слишком много ничего не делать. Так, вот эта вот часть у нас есть. Теперь делаем DynaMesh. Смотрим сетку. И будем теперь вычитать. Добавим опять же куб. Переключимся на него и поработаем сайзом опять же. Уменьшим. Чуть-чуть растянем, вот так вот, и немножко сплюснем. Теперь поработаем немножко ротацией, вот так чуть повернем его. Ну и в принципе можно вычитать. Переключаемся, так, ставим на вычитание, на первую заготовку. И по прошлым видео merge down. И вот так вот снимаем выделение. Так, вот эта заготовка у нас готова уже. Выровняем ее. Немножко вот здесь вот сделаем маску. Переключимся Ctrl-I. И уменьшим сайзом. В деформации. Вот так вот где-то. Теперь добавим цилиндр сюда. Снимем маску. И добавим вот этот цилиндр. Зайдем в Initialize. Сразу сделаем отверстие, чтобы не вычитать. Вот так вот. Уменьшим. И посмотрим, как он будет выглядеть.
Вот так вот. Добавим дивайдов, Ctrl-D. И теперь сделаем Make Polymesh, переключимся на наш автомат. И нажмем Append. Вот этот вот цилиндр вставим. Уменьшим теперь размер цилиндра сайзом. Ротации повернем. Еще немножко его уменьшим. И с помощью мов поставим, где он должен у нас быть. Еще немножко даже уменьшить можно. Вот так вот. Теперь поработаем с деталями. Подставим, включим цилиндр и немножко его отрегулируем. Теперь поработаем немножко с Move Topology. Так прибавим, включим симметрию и немножко вот таким образом подкорректируем. И немножко обрежем вот эту вот деталь. Вот таким образом. Вот заготовка готова. Теперь давайте все это объединим. Нажмем Merge Down, сделаем одну вот эту вот нашу заготовку, включим приклад, уменьшим немножко заготовку в геометрии, вот так вот, и с помощью Move подставим ее вот на это место. Теперь давайте все это прикинем по рисунку. Прибавим, подгоним и посмотрим, что не так.
уменьшим немножко приклад. И прибавим этой детали чуть размер. Вот такая заготовка у нас получилась. Теперь ее можно релаксом чуть-чуть сделать помягче. Зайдем в геометрию, в деформацию. И релаксом чуть-чуть вот сделаем ее мягче. Вот такое что-то получается. Также можно ее чуть-чуть сделать потоньше. Заходим в геометрии, опять же сайзом. Вот так вот сделаем. Все, всем пока, до свидания. В следующем видео будем уже делать ствол. Вот здесь вот деталь, вот эту вот. И вот этот ствол уже доделаем. Барабан можно тоже сделать. Все, всем пока, до свидания.